Он обещал вернуться и вернулся. Хай, кае, брата Тру-Тру. Кае! Точно так же, как полтора столетия до этого сюда возвращался его предок. Ученый и путешественник Николай Миклуха-Маклай. Джамбля-бля. Много искренности, настоящего. Того, что редко увидишь у людей. Потомок и полный тезка великого русского этнографа отправился в Папуа-Новую Гвинею с очередной научно-исследовательской экспедицией. Идем мы на охоту, охотимся на свинью. Что ждет исследователя на этих далеких берегах? Фонд имени Миклуха-Маклая представляет документальный фильм «Возвращение Маклая».